Кто-то сказал, тема жизни человека – это поиск другого человека. Как вот только понять, твой этот другой человек или не твой? Судьба это твоя или нет? Вот и я была уверена, что нашла свое место в жизни и своего другого человека. Пока не наступило утро, которое все изменило. Доброе утро, Наташа. Доброе утро. Анна Петровна, мне сегодня такой сон приснился. Как будто я стою около воды, а из воды растут потрясающие красоты цветы. Я такой красоты в жизни не видела. А вода прозрачная? Вода прозрачная. И вдруг я чувствую, что, представляете, на меня кто-то так пристально-пристально смотрит. Поворачиваюсь, сидит огромный кот. Кот во сне – это нехорошо. Это к обману. А цветы? Цветы – это хорошо. Это значит, Наташенька, ваша душа цветет. Да. Это потому, что я жду своего мужа. Как хорошо вы сказали. Ой, тут вот письмо из Ягодного. Так это счет, наверное. И зачем вы все туда, за эту дачу платите? Вы ж туда не ездите. Ну пусть будет. А вдруг я в старости цветы там выращивать буду? А? Что? Насмешила. Какая старость? Далеко еще. Приятного аппетита. Спасибо. Да, Наташ. Доброе утро, любимый. Ты уже в поезде? Поезд уходит в 3 часа. Я же тебе говорил, ты опять все забыла? Ну ладно, не сердись. Просто я хочу, чтобы ты побыстрее вернулся. Знаешь, мне тут в голову пришла безумная идея. Опять? Ну нет, это тебе точно понравится. Приезжай скорее, я тебе расскажу. Хорошо? Хорошо, приеду, расскажешь. Ну, договорились. Целую. Господи, как я от нее устал. Не расстраивайся по пустякам. В конце концов,
Если бы не твоя жена, мы с тобой вообще бы не познакомились. Алло, слушаю. Анна Петровна, это Никита. А, мой хороший. Что случилось? Анна Петровна, рядом никого нет. Я на эти выходные приеду. Только мама ничего не должна знать, ладно? Нет, никому ничего не скажу. Вы мне ключи у консьержки оставьте, хорошо? Все. Ну, до встречи. Целую. Целую. Да. Угу, да. Да, это прекрасно. Да, поняла. Но вот как только оформите заказ, мы сразу переведем вам деньги. Хорошо. Угу, спасибо. Звали Наталью Владимировну? Вот, Максим, вот как ты такой талантливый бухгалтер и так безграмотно разговариваешь? Не звали, а вызывали. А вы такой талантливый специалист по креативному развитию, а не понимаете моего креатива. Потому что все правильно говорить и делать – это неправильно, это плохо. Понятно. Ты не знаешь Делиза? Сказала, что будет завтра. Да? Ну хорошо, тогда ты мне поможешь. Смотри. Я вот сегодня все утро просидела, собирая данные. Со следующей недели мы запускаем новую линию экзотических букетов. Будет наше эксклюзивное предложение. Супер. И, вероятно, очень дорогое, потому что вот у нас какие поставки-то. А Павел Николаевич в курсе? Ну, конечно, в курсе. Ну, смотри за то, как красиво. Тогда не проблема, я могу хоть сейчас эти платежки сделать-то. Ну, вот и начинай. Приступай. Есть. Ваш креативный директор стал. Ну что, я пошел тогда? Я пошел? Иди. Сюрприз, а? Кто бы мог подумать? Я все поняла. Люблю тебя. Я тебя. Паш. Привет. Привет, Рад. Ой, соскучилась. А где водитель? Я его отпустила. Подумала, будет лучше, если я сама тебя встречу. Кому будет лучше? Мне. Тебя же так долго не было. Ой, Наташ, меня не было всего неделю. Как всего неделю? А мне показалось намного дольше. Я соскучилась. Ну что, за твой приезд? Вкусно? Да, конечно. Кто-то сказал. Лучший обед – это обед, приготовленный не мной. Ну да. Я слышал. Мне сегодня такой сон приснился. Фантастической красоты цветы. И я даже подумала… Тебе не интересно?
Да нет, я просто устал. Пойду прилягу. Спасибо. Наташ, я уже сплю. Павел Николаевич, у нас тут проблемы небольшие. Вот. Ничего себе небольшие. Это же 2,5 миллиона рублей. Откуда это? Максим, я задал вопрос. Откуда взялась покупка на 2,5 миллиона рублей? Так это... Мне Наталья Владимировна сказала, что она с вами все обсудила. Не буду же я жену вашу проверять в самом деле. Максим, Андрей, выйдите, пожалуйста. Это за гранью. Паш, не надо. Алло, Наташа? Да, Паш, привет. Как дела? Скажи, как у тебя с головой? Все в порядке? Не поняла. Я про 10 000 уродских цветов, которые ты купила. Теперь понимаешь? А, я вчера пыталась тебе объяснить, но... Да хоть позавчера, Наташ, ты понимаешь, что ты не имела права этого делать без моего разрешения? Это же не твои эти дурацкие ленточки, бантики, коробочки, которые ни черта не стоят. Это 2,5 миллиона рублей. Ты понимаешь, что мы не продадим эти цветы за эти деньги? Подожди, дай я объясню. Нет, послушай меня. Все, хватит. Больше ты в делах не участвуешь. Да я исправлю. Ты, господи, дура, дура. Господи, ну-ка,
Какая же она дура. Привет. Ну, ты дверь-то закрой. Я, пожалуй, пойду. Нет, нет, Лиз, ты останься. Ну, проходи, проходи. Все нормально? Ты прости, что я нахамил тебя по телефону. Но сама понимаешь, все-таки 2,5 миллиона. Ну что ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Нет? Тогда уходи. Ну, как-то так. Thank you.
Наташа! Наташ! Да, Паш, привет. Приехать к тебе сейчас? Нет, извини, не получится. У меня же мама приехала. Забыл. Ну, ничего страшного. Это только сегодня. Я тебя люблю. Спокойной ночи. Хочу с тобой решить вопрос о разводе. И, как ты понимаешь, сделать я это хочу в самое ближайшее время. Ты когда приедешь? Послушай, я сейчас поеду в Ягодное и останусь там до тех пор, пока не успокоюсь и не смогу нормально с тобой разговаривать. Если будет звонить Никита, скажи ему, что я на все праздники уехала к родителям. Все. С тобой намного лучше. Ты меня уже сравниваешь? Прости. Просто мне это все уже жутко надоело. Еще немного, он предложит с ним жить. Или еще хуже. Выйти за него замуж. Ну ладно, что ты? Выйдешь за него. Сразу все получим, а? Тогда за него и выйдешь. Хорошо. Да ладно, я шучу. Ну. Ты думаешь, мне что ли нравится сиденье вот строить? Потерпи. Я сделаю все, что ты мне скажешь. Не знаю. Ты ведь у меня умница. Осталось чуть-чуть. Тебе надо быть особенно убедительной, чтобы он сделал все правильно, хорошо? Хорошо.
Женщина, а что ты тут делаешь? Это мой дом. Ой, хозяйка, извини, Хаджа не знал, что ты приедешь. Дом стоял, столько лет пустой стоял. Хаджа мыться ходил. Хаджа рубашку оденет, вещи заберет, и Хаджа уйдет. Больше нету Хаджа. Туда-сюда. Можно ты было все на даче оставить? Что? Отвези, привези. Вскопай, помой. Можно было в Турцию поехать, чем на эту чертову дачу. Да брось, мам, клево же. А нашей маме везде плохо. Особенно, где я. Хозяйка, извини, Хаджа подумал, ты спишь, а воды нету. Воды принес. Спасибо. Тебе спасибо. Ты добрый. Хаджу не ругала. Хочу отблагодарить. Дом могу покрасить. А может, забор сделать? Ну, можно, наверное. Тогда сначала воды, а потом краску. Хаджа, а вы случайно не знаете, где теперь дом председателя? Это где колодец? Надо туда идти. Пойдем. Да? Хаджа покажет. Пойдем, пойдем. Хаджа покажет. Давай, давай, давай. О, мой первый друг, мой друг бесценный. И я судьбу благословил, что ты приехать не забыл. Здорово, Петь, здорово. Ну что, как всегда, весел и бодр. Да? Перезимовал? Ну, как видишь, жив, здоров. Все на месте. Но после такой холодной зимы хочется как следует прогреться. Посему приглашаю сегодня вечером на пикничок, а потом в баньку. А? Согласен. А Татьяна не будет возражать? Да, мне все равно. А вы что, все до сих пор не очень, да? Нормально у нас все с Татьяной. О, с приездом. Ну вот я приглашаю Димку после дальней дороги отдохнуть, попариться. А? Ты дерево лучше завтра приходи спилить. Приду. Нормально у нас все с Татьяной. Получил задание? Слушай, Петь, что-то запарился немножко. Боли меня. Давай. Ага. Дим, ты смотри. Чего? А кто это приехал? Кто? Наташка, что ли? Похоже она. Что за мужик? Ее, наверное. Че, ну почему бы не? Сколько бы не видеть? Лет 15, да? Ну или 20. Надо будет не вечером зайти, а позже. Да? Что ж, мы друзья детства. А кто-то ведь даже и больше. Фантазер ты, Петька.
Иди в баню, так. Привет, что ты здесь делаешь? Ну как что? Тебя жду. Прости, а это не Максим? Какой Максим? Ну что ты? Я так по тебе соскучилась. Но... В чем дело? Почему мы едем обратно? Дело? А дело в тебе. На лето остаешься? Не знаю. Мама хотела меня в языковой лагерь отправить. Какой лагерь? А как же я? У тебя друзья вон есть, Кабан и Ромка с Олегом. Ты же моя девушка. Ты с чего это взял? Ну, мы с тобой типа целовались. Такой смешной. Тёмыч, смотри, Чужбан из 20-го дома. Кстати, знаете, что он себе новую бабу нашел? Да ладно. Сам видел. Эй, Чужбан, кого ограбил? Нет. Кого ограбил, тебя спрашиваю? Отвечай на вопрос. Глупый вопрос. Хотя честно работает. Ребята. Стой. Отдай. О, для потолков. Отдай, а. Возьми. Отдай. Ты допрыгни. Отдай, а. Отдай. Отдай, говорю. Забирай банку, злой мальчишка. Артем! Артем, не надо! Оставьте его в покое! Не надо его бить! Эй, Чужбан! Никогда так не делай! Вы что, с ума посходили? А ну быстро все разошлись! Быстро домой, я сказала! С вами все в порядке? Настя, живо домой! Спасибо, что заехала. Давненько тебя в наших краях не было. Да. Все как не получалось приехать. Ну, конечно, у тебя жизнь-то интересная. А как у мужа дела? Спасибо, нормально. Ну, ладно. До свидания. До свидания.
Чего остановились? Продолжайте. Ты откуда взялся? Сел на самолет и взялся. Между прочим, у себя дома. Где мама? Мама, где? Уехала в Ягодное. Еще вопросы? Where your brand's dead? По-русски, Никита. Go to hell! Я буду говорить так, как хочу. И убери эту шлюху из нашего дома. Слушай меня. Лиза. Моя женщина, и я ее люблю. С твоей матерью у нас все кончено. Не нравится? Убирайся. О чем ты думаешь? Как-то нехорошо с твоим сыном вышло. Ну, как вышло, так и вышло. Не бери в голову. Ты мне что-то хотела сказать в машине? А что я хотела сказать? Ну, откуда я знаю? Но ты мне что-то хотела сказать в машине. Да. Помнишь, мы с тобой говорили о помещении в центре под цветочную лавку? Я все придумала. Да? Да. Сейчас твой банк повышает ставки по вкладам. Процент зависит от внесенной суммы. Мы добавляем денег на твой лицевой счет, и наша годовая прибыль значительно увеличивается. Я все подсчитала, нам хватит и заплатить за аренду, и покрыть все расходы. То есть ты предлагаешь использовать резервные деньги? Ну да. Твой банк проверенный, он гораздо надежнее того коммерческого, в котором у тебя дополнительный счет. Занесем деньги администрации, и мы единственная цветочная точка. Ну, не знаю. Заманчиво, конечно. Но надо подумать. Ну, а разве я когда-то ошибалась? Нет, но... Но? Ну, хорошо. Завтра пойдем в банк и все решим. Эх, Димка, Димка, ну что с Татьяной-то у вас, а? А, не спрашивай, все как всегда. Ага. Вот я и думаю, женишься, потом не порыбачишь, с друзьями не посидишь, а? Thank you.
О, Наташка. Где? А вот. А, она. Купнуться, наверное, решила. Ну да. Только непонятно, почему в одежде. А чё долго не вылезает-то, а? Чё-то, правда, долго нет.